Оу-оу-оу. Отшельник этот. Мясник. Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Shaders. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Ну что же, друзья, наконец-то мы продолжаем. Да, ребята, немножечко вышел я из строя, потому что, блин, сделал татуху. Короче, ребята, и понятное дело, там пленка была, и не мог я нормально играть. Решил прямо сейчас, как ты видишь, наконец-то... Снял пленочку, сейчас более-менее нормально. Короче, давненько мы здесь не были. Мы забираем, ребята, обязательно. Вот, глава 6, акт 1, ребят. Корсар, боже мой. Там корсар, а как ты помнишь, у него пушка еще. Ё-моё. Так, улучшить, ребята. Давайте, let's go, делаем. Защита тела увеличена. Так, больше бабок нет у нас, к сожалению. Да, надо было собирать, хотя бы заходить. Но, ладно. Так, это мы обязательно улучшаем. Что по кузнице? Ничего. Так, здесь тоже улучшим, ребята. Улучшим. Все, найс. Ну, я думаю, не с первого раза мы сейчас все равно пройдем, ребят. Так что выбор оттенка. Урон... Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Я уже, если честно, подзабыл, поэтому, ребят, извините, если... Так, не, все-таки еще. Смотри, еще что-то можем даже, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, первый этап, а? Так, ну ладно, хорошо. Я, видишь, ну я подзабыл уже, да, как играть. Поэтому, ребят, извините. Так, наверное, вот так вот лучше, да? Так, сила тигра. Урон плюс 10, здоровье увеличено. Каждый пробивает блок. Давай, так, урон тигра. Атака и так у нас, в принципе, снижена, поэтому... Если что... Ай-яй-яй-яй-яй! Такс. Хорошо, хоть они там не кидают. Ничего пока что. Отлично. Вот это самое мое любимое. Сейчас первые попытки... Дай бог, конечно, но я думаю, что нет. Честно скажу, навряд ли, брат. О, хорош. Ой, хорош. Так, тут у нас, конечно, не очень здорово. Тихо. Да, отлично. Так, щит бы, да, может быть. Каждая следующая... Так, ваши успешные атаки накладывают на врага... Яд, блин, да это вообще шикарно, боже. А, попробуй. Пожалуйста, только... Ну почти, ну ладно. Ну что делать? Это было предсказуемо, да? Ух, и яд, и молния, боже мой! Имба? А? А? Давай вот это, я думаю, это взять... О, привет, как твои раны? Давно не виделись. Как мило с твоей стороны спросить об этом. И вообще самовежливость, когда меня не пытаются убить, может сдашься? Ни за что, ты не прорвешься к корсару. Брат, ну ты чё, блин? Ну реально не прорвался. На пятом этапе вы чё, прикалываетесь, что ли? Так, ну что же, рысь. А ну-ка, где фраза «брысь»? А вот это нечестно сейчас было. Ну блин, ну как бы имба, да, но на пятом этапе. Ну, умирай. Ну это прикольно, блин, но уровень урон. Давай, попробуем. Вы что, прикалываетесь? Мир Титана? Что мне провалиться, мир Титана. Приятных воспоминаний об этом месте совсем немного. Но это значит, что корсар и правда открыл теневой разлом. Я на верном пути.
хрена себе, меня тут трямсуют, конечно. Блин, ну яд это имба, честно скажу. Нихера себе, сказал я себе. Что-то жестко, жестко. Ладно. Блин, инстинкт убийцы — это очень имбовая штука на самом деле. Особенно в самом начале. Так, ну понятное дело, что мы тут немножечко сейчас потанцуем. Ага, понимаете? Хорош. Все, найс, найс, найс. Ну как найс, на самом деле плохонько. Плохонько, ребятки. Ярик, здоровье увеличено, урон метательного. Давай, так. Урон метательного, вы получаете щит каждые 15 секунд, урон плюс 10. Давай, наверное, щит возьмем пока что. Ребят, на самом деле это очень важно, брать его. Есть же. Такс. Хорош, перфект. Тут уже немножечко получше у нас получилось. Урон плюс 20 обязательно. Блин, нам бы яд. Яд или молния. Молния лучше, на самом деле, даже. Ну что, блин, говнюка какая. Смотри, что делает. Такс. Найс. Найс. Блин. На самом деле и то хорошо. Вот честно. И бомбы, и это. Но я думаю, нам еще дадут шанс. Блин, как она действует, а? Ладно, хорош. Все равно хорошо мы с тобой. Так, метательный урон плюс 10. Еще сила тигра, давай. Так, тут у нас рысь идет. Тут на самом деле, я думаю, его быстренько завалить. Он так-то легкий, перфект. Хорош. Хорошо, хорошо. Так, яд. Отлично, идем. Так, добивание. Ну это прикольно, мастер... Блин, прикольно. Ну давай попробуем. Да блин, ну спасибо. Косарь 500, блин. Ладно, окей, 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 окей. Не жалуемся, ребят. Потому что так будет все нормально, я думаю. Ах ты говнюк какой. Молния, молния, ну. Молния Маккуини. Так, есть же. Есть, отлично. Молния вообще имба. Отлично, мне нравится, мне нравится. Ой-ой-ой-ой, ваши успешные атаки накладывают максимум ядов. Атаки в блок наносят полный урон еще. Ну, дружище. Не знаю, конечно, как ты сейчас будешь выживать. Офигеть. Что-то жесть какая-то. Прям вообще максимальная. Угу. Давай вот это возьмем. Блин. Блин, как же она, зараза, скачет, а? Все, отлично, найс, найс, найс. Да, у нас хп не очень много, понимаю. О, боже мой. Сюда. Ну, подхил есть. Такс. Что-то у нас с уроном вообще максимально. Только вот по хп, да, но у нас есть шанс, я думаю. Хороший прям шанс. Такс, ниндзя. Уф. Ну это что-то жесть, жесть какая-то. Такс. Давай вот это возьмем. Хотя могли бы обновить, посмотреть, может что-то еще годное было бы, ну ладно. Так, Корсарыч, какими ветрами тебя опять сюда занесло? Забудь про них. Морского ежа тебе в глотку. Про
Проклятье, я не ждал такой бури. Так, чё, брат? Нифига себе ты! Хорош! Хорошо, твоя взяла, артефакт твой, доволен! Орден ассасинов мне больше не угрожает, с тобой мы все вопросы решили. Значит, доволен. Погоди, ты что, иронизируешь? И как ты догадался, раз ты ввязался в это, ты в этом уже по уши. Как только другие генералы узнают, что осколок у тебя, тебе больше не будет покоя. Это могло быть... могло бы прозвучать грустно, если бы он у меня когда-нибудь был. Итак, ребята, да, мы это сделали. Рысь с корсаром нам больше не навредят. Разлом закрыть не удалось, но я достал то, что его открыло. Корсар называл его осколком. Это осколок сферы бессмертных, той самой, с которой не расставался Титан. Это многое объясняет. Осколок сферы, осколок сил Титана. Осталось понять, о какой... Говорю, корсар, идеи. Что бы вы без меня делали? Вы никогда не проверяете почту, она, между прочим, письмецо. Могу поспорить, это неспроста, и оно придет нас к богатству, ну и истине, и все такое, короче, считаю. Здорово, тень, если что, перетереть, парни оттуда совсем оборзели, подгоняй, слово оттуда подчеркнуто два раза. Еще тут с письмом карта с большим красным крестиком и подпись. Старый приятель, есть идея, кто это? Нет. Но он знает про гостей из другого мира, даже если это ловушка, мы обязаны туда поехать, в путь. Скачать, ребятки, конечно, давай поглядим. Такс. Семейные ценности, второй акт. Ребята, да есть же, офигеть. Ой. Но спустя несколько дней Проныре удалось найти верную дорогу. Короче, заплутали, да, мы? Оу. Отшельник этот. Мясник. Ах, не успел, это свиной потрох достал вас раньше, все целы. Даже тот мужик, который шантажом и угрозами собрал банду малолетних преступников, я ничего не путаю. Слышь, таракан недобитый. Тише, Проныра, мясник, мы попали в засаду, судя по всему, ты не заодно с отшельником. Да какой там заодно, старый упырь промыл мозги там моим ребятам и утащил в эти теневые дыры. Тень, я тебя поэтому и позвал. Хочешь, чтобы я помог? Да тебе уж только дай повод в теневую дыру влезть, ну, а тут еще этот замешан как бишь его гуру. Возле Додзе были рыси и корсар. Здесь отшельник и гуру, кажется. Мясник не врет, я думаю, стоит ему помочь. Ясен-красен стоит, в накладе не останетесь, сначала только шмоток тебе подгоню. Не голышом же туда поедешь, тут контрабандисты обитались, и они, как говорится, одолжили нам эту пещеру, тут всякого добра. Новый акт? Новая экипировка, да ну нафиг. В каждом акте Шейдес использует свои экипировки материалы, которые нельзя применять в других актах. Не беспокойтесь, старая экипировка никуда делась. Так. Блин. Ну, давай посмотрим вообще, что у нас есть. Тонфа, посох, катана. Блин, вопрос, конечно, миллион. Что лучше бы взять? Ну, урон-то у всех одинаковый. Урон от яда. Глушающий, кстати, прикольный урон от яда. Урон от бомб. Иглы. Легкая броня, да? Шанс шокировать противника. Урон по боссам плюс 5. Урон в голову. Слушай, ну, насчет посоха, конечно, я не уверен. Катаны я знаю, но она прикольная. Блин, вопрос на миллион, какую стартовую экипировку-то взять, ребята? Потому что из этого всего мне... Не, ну в принципе посох, он прикольный. Катана, у нее есть там тоже собственный прикольчик. 125, тут побольше, да? 25, 825, 990 брони. Ну хп вроде как побольше, урон от попадания в блок снижен. Но вообще я отмен... Давай, выберу, пофиг. Выбрать. Да, забрать. Офигеть, слушай, ну я просто в шоке. Так, а тут мы, кстати, не собрали. Давай вот это забираем. Акт первый. А, ну там это нормально. Да, новая экипировочка, ребята, офигеть. Слушай, а интересно, если я старую разберу, то... Или как тут? Ну тут, видимо, все по-новому. Да, конечно, ребята. Блин, это просто жесть. Слушай, ну это уже в следующей серии, ребят, надеюсь. Не, я посох просто помню, он прикольный. Ну, катана тоже неплохая, но вот хочу с посохом немного походить. Все, ребят, обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.